Доброе утро, Наталья. Как ваше настроение? Доброе утро, Даш. Да, очень хорошее, спасибо большое. Отличное просто. Как обычно вы встречаете новый день? Я встречаю его с радостью. Всегда благодарю, что я встала. И у меня есть прекрасный инструмент для того, чтобы начать день очень хорошо и с настроением. Это мои эфирные масла. Расскажите нашим телезрителям, откуда вы приехали и с какой целью? Меня зовут Наталья Дювеню, я приехала из Бельгии. Я уже 21 год живу в Бельгии, но я сама родом из Чимкента. У меня здесь еще родители, и вот я приезжаю периодически навещать своих родителей. Я тренер, я тренирую в спортивных комплексах Брюсселя. Я мама, у меня трое деток. И веду здоровый образ жизни. Как тренер я веду здоровый образ жизни, и вся моя семья ведет здоровый образ жизни. И вот я, когда приехала в последний раз, я зашла здесь в аптеку и увидела, что, в принципе, здесь люди достаточно осознанные, тоже очень много людей, которые занимаются своим здоровьем, и у которых есть тоже ценность здоровья. Потому что я смотрю, у вас в аптеках тоже есть очень много эфирных масел. Эфирные масла – это моя любовь, которую я приобрела с годами. Да, изначально я так скептически относилась. И вот когда я забеременела, я попробовала эфирные масла. И я всю беременность без единой таблетки провела с эфирными маслами. Поэтому я сейчас с ними. И мой мальчик родился тоже здоровенький, хорошенький, и он также сейчас с моими эфирными маслами. Не попробовал ни одной таблеточки еще, ему сейчас 3,5 годика. У меня беременность была поздняя, и у меня был такой опасный период в мою беременность, поэтому я решила ни одной таблетки не принимать, а использовать именно натуральность, натуральные продукты. И мне попалась вот эта компания, которая американская, называется doTERRA, и это чистый продукт. Там только, как сказать, там иммунитет растений. То есть там сильная концентрация, там только растения. Там в одной капельке перечной мяты у нас мы получаем тот же самый эффект, что от 28 чашек перечной мяты. Представляете, какая концентрация. Вот, и когда я встретилась с этой компанией, я решила, что да, мне нужно обязательно ее попробовать. И вот когда я провела беременность с ней и поняла, что есть эффект, сейчас, конечно же, они заняли полностью мое сердце. Давайте начнем с самого начала. Вообще, чем эфирные масла отличаются от обычных масел? От обычных масел? Это эфиры. Они работают на нашу лимбическую систему мозга. Но нужно понимать, что те масла, которые у нас есть в аптеке, это не те же самые масла, что, где есть именно концентрация, где есть именно чистота. И где компания, она очень следит за качеством продукта. То есть компания doTERRA, я просмотрела всю информацию, прочитала, потому что я была в таком интересном положении, мне нужен был только чистый продукт. Я не хотела использовать продукт, который бы мне навредил моего ребенку. И эти масла компания, она производит сама без посредников. То есть там нет людей, которые привозят им сырье. Они сами, начиная от косточки и до налития в бутылочке, они полностью контролируют весь процесс. То есть там нет никаких дополнителей-наполнителей. Да? Нужно понимать, что все равно у нас в аптеках масла уже разбавлены, там всего 30% от настоящих эфиров, остальное все эмульгаторы, которыми разбавляется эфирное масло. Они все био, все хорошо, но они уже разбавлены. Вот, и вот на эту вот разбавку, вот на вот этот эмульгатор, может быть иногда аллергия. Мне этого не нужно было, поэтому я решила взять чистую продукцию. Давайте разберем все полезные свойства.
Вы знаете, с эфирными маслами на самом деле очень много можно всего сделать. Во-первых, не стоит ошибаться, это не таблетки, и это не волшебная таблетка, да? Это эфирные масла, они могут помочь поддержать иммунитет. Это для профилактики вашего здоровья, это как раз-таки, чтобы не заболеть. И вот когда вы начинаете пользоваться чистыми эфирными маслами, вы понимаете, что со временем вы перестали болеть. Или ваш ребенок перестал болеть. Или люди сходят вообще с депрессантов, когда вы используете, у нас есть прекрасная смесь Serenity. Это смесь, которая была сделана специально для людей, которые работают на стрессовой работе. И вот если вы принимаете Serenity, то со временем вы понимаете, что вы стали спать лучше, сон стал качественнее, да? И принимаете вовнутрь капсулы Serenity, то вы вообще сходите с антидепрессантов. Вот есть целая, да, программа, протокол, прописывается протокол для тех людей, которые в стрессе. Эфирные масла – это прекрасный инструмент для этого. Вы можете взять смесь Serenity или лавандочку. Лавандочка прекрасно успокаивает. Лавандочку можно поставить на ночь, да, диффузор. Те же самые дети очень хорошо относятся к эфирным маслам. Можно поставить в диффузоре. Есть маленькие диффузоры, да, есть большие диффузоры. Поставить вечером, ребенок пришел перевозбужденный, или вы там в расстроенных чувствах, лавандочка прекрасно справляется. Лимбическая система включается, и лаванда начинает работать. Прекрасный инструмент. В женском здоровье эфирные масла могут помочь. Да, то есть какие-то гормональные у нас скачки бывают, да. Очень хорошо с этим справляются. Тоже у нас есть смеси для женщин. Есть БАДы для женщин с эфирными маслами, и с травами, и с корнями. То есть эфирные масла добываются из разных частей растения, да. И очень хорошо справляется у нас, например, перечная мята. У меня когда девочки, эфирные масла, они так гармонично вошли тоже в мою практику тренера. Мои девочки на занятиях тоже всегда с эфирными маслами помогают себе для профилактики, да. Если девочка пришла на занятия, и у нее вот этот скачок гормональный, и очень жарко становится, допустим, да, эфирное масло прекрасно справляется, перечное, потому что там ментолы сильные. И они их освежают, они их бодрят, и они встают и дальше начинают продолжать заниматься. С женским здоровьем очень хорошо работают всякие пробиотики, пребиотики, да, у нас тоже есть пробиотики, пребиотики, причем они тоже идут в синергии с эфирными маслами, и это еще сильнее получается. Также эфирные масла в спорте, если человек занимается спортивным образом жизни. Лемонграсс очень хорошо после физической нагрузки восстанавливает физические силы. У нас, допустим, в Брюсселе до занятия и после занятия нужно было, до сих пор уже после не нужно, но до занятия обязательно обрабатывать коврики и весь материал, гантельки, там какой-то синтетикой, химией обеззараживающей. Да? Я всех своих научила взять чайное дерево и обеззаражить свои коврики. Не нужно капать химию. И вот они получают свой эффект терапевтический, да, и поддерживают свою иммунную систему тоже. Очень-очень актуальный сейчас рецепт – это при поддержке или восстановлении после ковида. Тоже очень прекрасный инструмент – это эфирные масла. Во-первых, эфирные масла работают на клеточном уровне, то есть они чистят клетки, они заходят через мембрану и чистят клетки. Поэтому, если вы хотите заняться профилактикой вашего здоровья, да, во время ковида, сейчас очень важно поддерживать иммунитет, иммунную систему. Это у нас есть смесь такая, она называется On Guard, в ней есть несколько масел, там апельсин, корица, гвоздика, имбирь. Это те масла, которые поддерживают очень-очень сильно иммунитет. Она так и называется – защита, защита иммунитета. Помните, когда у нас была раньше черная чума, носили вот эти маски, да, с клювом, они назывались вороньей маской. И вот в клюв ложили травы. Как раз рецепт взят из этих трав. Вот это On Guard,
те травы, которые туда люди ложили в этот клюв для того, чтобы защитить свой иммунитет. То есть это очень-очень сильный инструмент для поддержания. А вот, допустим, когда человек уже переболел, ему также нужно вывести тяжелые какие-то там металлы, которые отложились от таблеток, да, это прекрасно справляется лимончик. Лимон выводит токсины, лимон выводит все, что в организме нам не нужно, всю химию. Потому что смотрите, какая у нас сейчас загазованность. Мы пользуемся дома какими-то химическими средствами. Это все дает аллергию детям, взрослым. То есть это тоже очень актуально. Да, аллергическая реакция. Почему? Потому что все это накапливается в организме и не выводится. Лимон прекрасно справляется, чтобы вывести это все из организма. Но лимон должен быть из Сицилии. Потому что мой лимон в Бельгии, он не получил столько же, допустим, он у меня растет, или здесь, в Чимкенте, или вот в Узбекистане. Лимон – это его природное происхождение, это Сицилия. И вот дотера, она строит заводы там, где должен произрастать этот продукт. Поэтому формула вот этого масла получается очень чистая. И там лимон получает достаточно солнца. Он хорошо получает из земли все минералы там, и все нужное для того, чтобы формула оставалась именно природной формулой, которая нам нужна для организма. Есть ли побочные эффекты? Противопоказания какие-то? Вот когда я столкнулась вот с этой компанией, я тоже очень долго искала, что, какие побочные эффекты, как, кому можно применять. И я поняла, что, ну, я это уже на себе испробовала, что их можно и детям, и беременным, как я уже сказала, на себе это все прошла, и людям, находящимся на определенном лечении. Ну, то есть людям, у которых есть какие-то уже хронические заболевания, да, ну, как для профилактики, для поддержания своего иммунитета. Вот. И на них нет, у них нет побочных эффектов. Они через каждые 2 часа, они каждые 2 часа выводятся из организма через лимфу полностью. То есть они не остаются в организме. Вот. То есть на них нет аллергии, потому что это чистый, там нет никаких белков, аминокислот, и они полностью выводятся из организма, на них нет, от них нет побочных эффектов, как от таблеток. А с какого возраста можно деткам давать эфирные масла? Деткам, вот смотрите, когда ребенок родился, он родился с очень острым обонянием. Да, для него эфирные масла заходят очень быстро, поэтому концентрация должна быть очень-очень маленькая. С детками нужно очень-очень аккуратно. Их можно уже принимать с 3-недельного возраста. Когда мама уже определилась, что ребенок, допустим, через 3 недели, она видит, что он чересчур много плачет, или он как-то обеспокоенный, она уже с ним, у них уже есть свой стиль жизни, да, свои какие-то привычки, она уже через 3 недели может понять, что с ребенком что-то не так. И она тогда уже может уже применить инструмент, эфирное масло, допустим, лаванточку, чтобы успокоить ребенка, да. Очень-очень в маленьких количествах, потому что очень сильная концентрация. Или, допустим, у нас есть смесь пищеварения, и там есть такие масла, как анис, фенхель, имбирь, перечная мята. И эта смесь, она хорошо работает вот именно на желудочно-кишечный тракт. И когда у ребенка начинаются колики, то можно делать массажик, животик, и он очень быстро начинает восстанавливаться. Но это чистая ответственность мамы. То есть если некоторые мамы говорят, ой, ну я не знаю, мне как-то, я боюсь, тогда можно попозже, да. Ну вот я начинала с ним с 3-недельного возраста, ну потому что он уже в утробе, он уже все эфирные масла попробовал, то есть мне было не страшно уже. Какие существуют методы применения чистых эфиров? Да, с ними нужно очень-очень аккуратно. Первый метод – это метод арома, да, то есть мы можем поставить диффузор, мы можем подышать с ладошечек, капельку на ладошке и подышать с ладошечек, и мы можем наносить эфирные масла на тело, они очень быстро заходят. Если человеку не нравится запах, то можно наносить на стопы. Там у нас находятся самые широкие поры, и там не такая, не так
какая чувствительная кожа. И вот эфирные масла очень быстро поднимаются по организму. Если мы, допустим, перечную мяту на стопы намажем, через 30 секунд она будет уже, мы почувствуем ментолы во рту. И третий способ применения это вовнутрь. То есть эти масла можно использовать вовнутрь, так как это чистота самой формулы растения, то вот, допустим, апельсинчик мы капаем в стаканчик с водой и каждое утро выпиваем. Токсины быстро выводятся, и мы чувствуем себя лучше намного, потому что лимфа, она чистая. И очень много таких масел, которые мы можем использовать вовнутрь. Вот это самые основные методы. Ну, можно же еще и в ванну, как Клеопатра, знаете, с молоком. То есть там уже можно фантазию применить. Как вас найти и где можно приобрести эфирные масла? Меня можно найти на Инстаграме. Наталья.Дювиньо. Меня можно найти на WhatsApp. Я с удовольствием дам вам информацию тем людям, которые захотят получить информацию, которые хотят поменять свой стиль жизни на более здоровый. Я дам всю информацию, поделюсь своим опытом и проконсультирую абсолютно бесплатно. Они могут мне написать в любое время, написать на Instagram или на WhatsApp, и я с ними свяжусь и расскажу все, что их интересует. Расскажите, что такое аромас-встречи, как они вообще проходят, для каких категорий людей? Я сейчас вот приехала когда к родителям, когда я увидела, что здесь люди тоже стараются как-то поддерживать свой иммунитет натуральными маслами и эфирами. Тоже очень многие, кстати, в Чимкенте знают, что такое эфирные масла. То есть даже об этом говорить не нужно. Да? Мы знаем, что история эфирных масел уходит очень далеко, что использовали даже еще наши бабушки до сих пор. Очень многие бабушки используют травы. Да? Я решила, что... Ну как я могу молчать, если я своему ребенку помогаю, да? Я также хочу помочь другим мамам, дать информацию, как можно помочь своей семье, себе самой тоже. И решила организовать здесь, в Чимкенте, аромавстречи. Кто приходит? Приходят мамы, приходят люди, которым интересен это как применение в своей практике, допустим, косметологи, там, массажисты, да, те люди, которые просто хотят взять и пользоваться для себя, там, нет у них там ни детей, ни для практики, чисто для себя, очень многие, и приобрести, ну, их можно приобрести, эта информация доступна в интернете, вы открываете doterra.com, вы видите, какие масла там, и вы приобретаете это все онлайн. Все это в открытом доступе, онлайн-магазин, можно себе взять любое из масел. Наталья, огромное вам спасибо за такую полезную информацию. Я уверена, что вы сумели заинтересовать наших телезрителей. Ваши пожелания? Здоровье, здоровье, здоровье. Я хочу, чтобы все детки, все мамы, все бабушки, дедушки, все были здоровы. И очень хочется, чтобы это было правильно, чтобы это было гармонично. И чтобы они подумали о своих близких тоже, чтобы все это было, не навредить. Главное, не навредить. Вот поэтому я с такой миссией и приехала, чтобы... дать вот эту информацию людям. Спасибо, было очень познавательно. Успешного вам дня и всего доброго. Спасибо, Даша. Спасибо вам большое.